На востоке Казахстана уже 7-й год не могут достроить линию электропередачи близ города Риддера. Земля принадлежит лесфонду, и вот ее передача под установку столбов оказалась непреодолимой преградой. Проект обеспечил бы светом зоны отдыха и лесничества. Анелья Синбердина разбиралась в этой проблеме. Таежная красота риддерской природы известна далеко за пределами Казахстана. Сюда приезжают как иностранные, так и отечественные туристы. Вот и семья Дархана Абыканова из Павлодара в отпуск отправилась именно сюда. Только их ждал неприятный сюрприз. Мы приехали с Павлодара, 700 километров от дома до этой точки. Да? Мы выдержали дорогу. Но приехав сюда, увидели, что нет инфраструктуры. Элементарно света. Это очень неприятно. Да, природа красивая, смотришь, созерцаешь, классно все. Речка, вода, деревья, горы, все, но нет электричества. Таких туристических зон только по этой дороге порядка 7. Еще дальше лесничество Западно-Алтайского заповедника. И все, кто там работает и кто здесь отдыхает, вынуждены обходиться без электричества или искать пути выхода из положения. Когда нет солнца, вынужден генератор включать. А это немалые расходы на бензин, еще шум и дым. Неудивительно, что туризм здесь почти не развивается. Проблему решило бы завершение строительства линии электропередачи. Только вот проект превратился в долгострой. Эти столбы установлены еще в 2017 году, 7 лет назад, и стоят с тех пор как памятник бюрократизму. Уже не в первый раз в регионе строительство останавливается из-за бумажной волокиты. Землю из одного министерства не могут передать в другое. И все это время страдают обычные люди. И речь даже не о каких-то гектарах, а о квадратных метрах под столбы. При этом из бюджета периодически выделялись деньги на завершение работ. Последний раз в прошлом году. На сегодняшний день данный проект еще не реализован. В связи с тем, что земли не переданы гослесопаса, земли государственного запаса. В 2023 году на реализацию данного проекта выделено 27 миллионов тенге. Также в 2023 году были сняты эти средства. И вернулись в бюджет так и неиспользованные. Поэтому теперь реализация проекта под большим вопросом. Так было и с многострадальной дорогой в обход Осиновского перевала. Ждать передачи земель там пришлось почти 4 года. И строительство возобновили лишь недавно. Из-за похожих проблем с территорией лесфонда не могут нормально развиваться и туристические объекты. Просто перекрывает кислород. То есть я не могу землю лесного фонда, построенный объект на земле лесного фонда, передать в залог банку. Вопрос, как я возьму кредит для того, чтобы в дальнейшем развивать бизнес, если запрещают наши законы? Эксперты уверены, пора вносить изменения в законодательство. Сам глава государства в своих выступлениях отмечал проблемы по передаче земель из лесфонда. Но пока вопрос остается открытым, а люди все еще ждут решений. Анна Сенбергина, Григорий Баканов, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, 24 КИЗ. Между тем, представители Министерства экологии и природных ресурсов на наш запрос ответили предельно ясно. Пока изменения в законодательство они вносить не планируют. И уверяют, что по риддерской линии электропередач изначально проектировщики не согласовали должным образом документы, из-за чего и возникли проволочки. Про Осиновский перевал они умолчали. А вот передачу земель лесного фонда под туристические объекты и вовсе исключили. В итоге проблемы так и остаются ими неуслышанными. Как может частное лицо заложить в банк государственное имущество? Можно задаться таким вопросом. Для строительства ЛЭП она подпадает под те случаи, когда возможно изъятие земель государственного лесного фонда. И процесс весь урегулирован. И в этой связи в настоящее время не предполагается внесение изменений.